о главных новостях этого дня. В эфире подробности. В студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте. И сегодня в выпуске. Сдайте паспорта. САП будет просить избрать меру пресечения прикосновенным нардепам, когда же суд. Не приусами едиными полицейские влетели в бордюр на новом Митсубиши. В чем причина ДТП? Годовщина крушения Боинга над Донбассом. Родственники погибших до сих пор ждут, когда же накажут виновных. Не такой уже и антирейтинг. Трамп прокомментировал результаты соцопросов по-своему. Как? Внести залог, надеть браслет и сдать паспорта. САП попросит избрать меру пресечения нардепам Максиму Полякову и Бориславу Розенблату. Такое решение прокуроры приняли, когда Поляков не явился на допрос в НАБУ. В то же время требовать ареста антикоррупционеры не могут, поскольку Рада не дала согласия. Об этом заявил руководитель САП Назар Холодницкий. Заседание состоится завтра в Соломенском райсуде столицы. Меру пресечения будут избирать пока только Розенблату. Поляков, по словам прокуроров, сейчас болеет. Для нардепа Розенблата прокуратура проситиме 10 мільйонів гривень застави. Для нардепа Полякова сума становить 500 тисяч гривень. Плюс ми також проситимемо суд зобов'язати їх здати закордонні паспорта і зобов'язати встановити засоби електронного контролю, так звані електронні браслети, загальновідомі для багатьох. Чому така сума? Тому що слідство повинно враховувати тяжкість злочину і роль кожного з учасників цієї схеми. Напомню, Поляков и Розенблат – фигуранты так называемого янтарного дела. Их обвиняют в получении взятки за лоббирование изменений в законодательство относительно добычи солнечного камня в интересах иностранной фирмы. 11 июля парламент лишил неприкосновенности обоих нардепов. А вот депутат от Народного фронта Евгений Дейдей, которого Генпрокуратура подозревает в незаконном обогащении, которого парламент так и не смог лишить иммунитета на прошлой неделе, как оказалось, имеет звание подполковника полиции. За какие такие заслуги, смотрите наш материал. Новостью о том, что 30-летний депутат из фракции «Народный фронт» Евгений Дейдей уже подполковник полиции, поделился на своей странице в Фейсбуке один из журналистов. Добавил он и документ, в котором якобы подтверждается звание нардепа, дубликат некой справки. В Раде сразу же зарегистрировали постановление о создании рабочей группы для расследования обстоятельств присвоения Дейдею звания подполковника. Надзвичайно серйозне звання, яке потрібно заслужити в боях. І я зареєстрував проект постанови про створення робочої групи з числа адекватних народних депутатів, представників фракцій, які мають уважно розслідувати кожне рішення Авакова по нагородній зброї, перше, по погонам, які він з барського плеча роздавав своїм викормишам Дедею і Ківі. Ми зробили запит до Міністерства внутрішніх справ, аби нам дали список всіх, хто отримав за останні два роки такі високі звання. Впрочем, с ответом в МВД пока не спешат. Зато в соцсетях продолжается волна троллинга из-за недавнего якобы ранения депутата Дейдея, да еще и в зоне АТО. Напомню, прошлую пятницу его коллега-радикал Игорь Масьячук сообщил, что под Авдеевкой Дейдей получил тяжелое ранение. Ему в ногу попал осколок снаряда 82-го калибра. Масьячук даже призвал срочно организовать для коллеги сдачу крови. В ночь на субботу военный вертолет доставил раненого в Днепр, в областную больницу. Медики заявили, угрозы жизни нет. Дейдей тут же опубликовал фото ранения, но вместо сочувствия получил шквал критики. Пользователи соцсетей, в частности, писали, что это постановка, чтобы избежать уголовной ответственности. Ведь на днях с нардепа хотели снять неприкосновенность за незаконное обогащение. Дейдей не задекларировал полную стоимость квартиры и двух авто, указав лишь четвертую часть всей суммы. Свои аргументы о псевдоранении привели также волонтеры и журналисты. В районе, где, дескать, ранили Дейдея, обстрелов не было, написал военкор Роман Бачкала. Это же подтвердили и в пресс-центре штаба АТО. А вот другой журналист, Юрий Колесников, засомневался. Ранение мало похоже на огнестрел или осколочное. Дескать, таких ровных краев от осколков такого размера не бывает. Поэтому, скорее всего, это хирургическая реконструкция. Напомню, это уже далеко не первый скандал, который попадает в нардеп Дейдей. Еще в 2012-м Суворовский райсуд Одессы осудил его на 5 лет за разбой по трем эпизодам.
Еще об одном судебном разбирательстве, в котором фигурирует нардеп-фронтовик. Генпрокуратура сегодня проиграла очередной суд по делу Вячеслава Химикуса, который обвиняет нардепа Сергея Пашинского в том, что последний прострелил ему ногу. По словам адвоката Химикуса Марины Париновой, суд обязал прокуратуру предоставить материалы следствия. За последние 3 месяца, как утверждает адвокат, следственные действия не проводились. На допросы никого не вызывали. Также в уголовном производстве до сих пор нет ни потерпевшего, ни подозреваемого. Напомню, в канун Нового года нардеп Пашинский после словесной перепалки из наградного оружия выстрелил в Вячеслава Химикуса и прострелил ему ногу. В ответ мужчина якобы ударил парламентария бутылкой по голове. Подопечные Авакова разбили первый автомобиль Mitsubishi Outlander. Эти машины, напомню, не так давно с помпой презентовали в столице. И вокруг их покупки развернулся коррупционный скандал. Ведь, по утверждениям журналистов, за каждый японский автомобиль МВД якобы переплатила около 10 тысяч долларов. Дебютное ДТП произошло в Каменском Днепропетровской области. Все подробности выясняла Елена Миндалюк. Дорожно-транспортное происшествие произошло воскресным вечером почти в центре города. Полицейские из Каменского ехали на вызов. С проспекта Шевченко водитель поворачивал на улицу Бурхана. По официальной информации, со скоростью около 60 км в час. Однако на трамвайных путях колесом попал в яму, после чего влетел в бордюр. В результате, так сказать, этого ДТП был погнут рычаг переднего колеса. Там даже диск не пострадал, диск не погнутый. Сотрудник полиции, который находился за рулем, он прошел медосвидетельствование. В результате медосвидетельствования ни алкогольного, ни наркотического опьянения не подтвердилось. Но побывав на месте ДТП, мы никаких ям не увидели, а вот на обочине еще остались следы от колес внедорожника и даже фрагменты подшипника. Поврежденный автомобиль отбуксировали на СТО. Полиция уверяет, дескать, повреждение несерьезное, а ремонт покроет страховка. Сам водитель выходной после смены, от службы его не отстранили. Проводится служебная проверка по данному поводу. Автомобиль с незначительными повреждениями находится на СТО. Вот где в данный момент сейчас устанавливается причина именно повреждения автомобиля и сумма ущерба. Напомню, один автомобиль Mitsubishi Outlander обошелся государству почти в 600 тысяч гривен. Всего МВД закупило 635 таких машин в рамках договора между правительством Японии и Украины. Из них 10 пополнили автопарк Каменского. В свое время руководство министерства позиционировало эти авто как прекрасные внедорожники, которые можно использовать не только в городе, но и в условиях бездорожья. Каким образом для Outlander трамвайные пути оказались непреодолимым препятствием, остается загадкой. Между прочим, глава МВД Аваков в эфире одного из телеканалов Грозно обещал едва ли не расстрелять первых 3 полицейских, которые попадут в ДТП на новеньких кроссоверах. Елена Медалюк, Евгений Кадисов. Подробности телеканал Интер, Днепропетровская область. В Одессе в жилом доме взорвалась граната. 16-летний парень погиб. 2 его товарища с осколочными ранениями попали в больницу. Вероятнее всего, это была боевая РГД-5, говорят в полиции. Подростки, по их словам, думали, что граната учебная, поэтому попытались ее разобрать. Теперь в полиции устанавливают, как снаряд попал в руки к несовершеннолетним. Открыто уголовное производство. Гибель мальчика квалифицируют как несчастный случай. Ему дал друг и сказал, что она учебная, если ее взорвать, то она не взорвется. И Костя попробовал. От полученных травм несовершеннолетний скончался. От взрыва пострадали еще 2 человек. Это брат погибшего подростка и его товарищ. Еще один мужчина погиб в результате взрыва гранаты в Прикарпатье. В селе Верхний Угринов местный житель у себя дома показывал другу ручную гранату F1. И в какой-то момент она взорвалась. Хозяин не пострадал, а вот гость погиб на месте. В полиции заявляют, мужчины перед взрывом распивали спиртное. 2 местных жителя указанного населенного пункта прибывали по месту, прибывали в житловому будинку, під час чого распивали спиртные напои. Під час цього власник господарства дістав гранату і пролунав вибух. В результаті цього інший товариш, який був у нього в гостях, загинув. Знайшов. А де знайшли? В землі. Коли його знайшли? Тем временем на Донбассе сегодня было относительно спокойно. С начала суток боевики нарушили перемирие 6 раз, сообщают в штабе АТОМ. Но заметно активизировались вражеские диверсанты. Для своих вылазок они используют села в буферной зоне, жители которых оказались заложниками ситуации. Наш военкор Ирина Баглай знает подробности.
Жители села Южное приехали, чтобы попасть на подконтрольную Украине территорию. Надо эти женщины. Да. Она как переселенка. На карте АТО и Южное, и его жители уже на подконтрольной территории. На самом же деле военные держат его только под зрительным контролем. И то не все. Південне расположено в километре, оно практически переходит в Горловку. Несмотря на то, что это Торецкий район. Зайти в село значит поставить под удар и себя, и местных жителей, объясняют военные. Наемники фактически на окраинах села, причем свое присутствие не скрывают, обозначили себя флагами. Даже зарано стреляли уже с калаша. Любую посадку выбирают себе, куда им лучше. И стрелять. Житель села проговорился. Роют боевики практически у них под дворами. Заезжать до нас на улицу, там перекупалка на улице. Но вместе с тем, присутствие в Южном боевиков мужчина отрицает. Мы не поймем, кому мы под контролем. Чи назвали, чи укрытие, чи ДНР. Ни скоро, ни пожарка, не дай Бог, в общем, ничего, ничего. Магазин? Немає магазина. Оце нам, чтобы скупнять, это получить пенсию. Це моєю старістю подаматься сюди. До Горловки за продуктами местным ехать гораздо ближе, но говорят, не по карману. Хлеб бывает, там привозят такой дешевый хлеб. Ой, мясо, я даже не смотрю, мы забыли, что такое мясо. Сало 150-200 с лишним килограмм сала. Колбасы тоже очень дорогие. Раиса Андреевна в Торецк приехала, чтобы получить статус переселенки. В Горловке негде жить, дом разбит. Власти так называемой ДНР пообещали дать квартиру. Сейчас на квартирной очереди стоим. Нам квартиры выдают? Ну, поставили на квартирную очередь. Где там жалеют? А что, строятся или как? Ну, нет, наверное, бэушные какие-то. Какие-то, кто-то, может, обросал. Военные не раз со стороны села Южного фиксировали выходы разведгрупп боевиков. Заходят, каждый день причем заходят. И даже через них подходят сюда. Питают местных, пытаются завербовать их, чтобы они рассказывали, что тут робится или что они видят. Чтобы людей не бросить на произвол и не пропустить вражеских лазутчиков, военные составили базу зарегистрированных в Южном жителей. Через блокпост ходят люди, которые действительно проживают в Південному, то есть у них в паспорте записана регистрация. А те, кто реально проживает в Горловке, конечно, здесь не пройдут. А вот местные советы Торецка и Железного, по словам военных, от этой проблемы просто отмахнулись. Ирина Ваглай, Андрей Костюк, Руслан Ревюк из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. В Днепропетровской области горит военный полигон в поселке Гвардейское. По данным госслужбы, по чрезвычайным ситуациям пожар возник во время учения около 11 часов дня. Стрельбы приостановили только к 15:00. Горит сухостой. Пожар оказался настолько масштабным, что к ликвидации привлекли почти 300 человек. Огонь охватил почти 25 гектаров. Пока информации о пострадавших или жертвах нет. По состоянию на сейчас там продолжается работа по локализации и ликвидации пожара. Сложность состоит в том, что около 20 очагов возгорания на территории. И на месте сейчас продолжают работать 10 единиц техники спасателей, 60 человек личного состава, а также техника лесхоза и Министерство обороны. Планируем пока оставаться там на всю ночь. Живой мемориал в память о погибших пассажирах и экипаже Боинга, сбитого над Донбассом, открыли в Нидерландах. Сегодня третья годовщина катастрофы MH17. К этой дате международная группа расследователей опубликовала очередной отчет о трагедии. Что сейчас известно, расскажет Елена Абрамович. Третья годовщина. Малазийский «Боинг» больше не появляется на обложках европейских газет. Официальное следствие новых деталей не сообщает. Евросоюз ограничивается декларацией. Семьям погибших сочувствуют. Все страны, которые могут помочь следствию, призывают к сотрудничеству. Больше всего ждут сотрудничества России. С таким призывом к Москве на днях обратилась Австралия, одна из стран-участниц международной следственной группы. У Российской Федерации есть свидетели, это известный факт, заявил австралийский МИД. Но Россия помогать отказывается. Еще в 2015-м Москва заблокировала резолюцию ООН о международном трибунале, где предлагали судить виновных. А полторы недели назад выразила несогласие с решением передать дело о привлечении к уголовной ответственности виновных преступлений под юрисдикцию голландского суда. Но это не остановило международную следственную группу.
Расследование продолжается. Надеемся, что до конца этого года или в начале следующего мы сможем принять решение, кому предъявить обвинение, и что человек, который фактически стрелял или запустил ракету «Бук», расскажет о событиях этого дня. Промежуточные результаты международная следственная группа презентовала прошлой осенью. Сообщили, что ракетную установку «Бук» привезли из России. Выстрел произвели с неподконтрольной Украине территории. Отдельное следствие, неофициальное, ведет группа «Беллингкат». Сегодня она опубликовала очередной доклад. Единственная возможная установка, из которой могли быть выпущены ракеты, сбившие MH17, это российский «Бук» с номером 332, который состоит на вооружении у 53-й зенитной бригады. Россия же все эти годы настаивает, никогда не передавала «Бук» на украинскую территорию, равно как и другую боевую технику. Да и само расследование называет «потасовкой фактов». Тем временем в Нидерландах вспоминают погибших. Именно эта страна понесла наибольшие потери – 193 человека. В память о тех, кто был на борту рейса Амстердам-Куала-Лумпур, высадили 298 деревьев. Под каждым – табличка с именем. Теперь это мемориал. Но многие родственники жертв катастрофы убеждены – по-настоящему почтить память родных они смогут, только когда увидят виновных на скамье подсудимых. Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности Европейское бюро телеканала «Интер». Решение международного суда ожидают и в компании «Арии», которая арендует помещение на столичном заводе «АТЭК» и занимается ремонтом бронетехники, принадлежащей Минобороны. Фирме утверждают, что предприятие захватили рейдеры, а СБУ даже начала расследование. Впрочем, в этой истории больше вопросов, чем ответов. В хитросплетениях разбирались наши корреспонденты. По словам военного эксперта Сергея Сгурца, инженерная группа «Арей» арендовала завод «АТЭК» и якобы даже погасила долги предприятия. После этого собиралась начать ремонт бронетехники, которую уже завезли. Но произошел рейдерский захват, и теперь компания намерена подавать иск в суд, причем в Британии. Интересно, что эту фирму когда-то обвиняли в чем-то подобном. Ее учредили еще летом 2014-го как инженерную группу «Азов». На сайте указано, это благотворительный фонд образовательных инноваций. И в том же году он якобы подписал договор аренды территории завода «АТЭК». Хотя в СМИ аренду называли чуть ли не рейдерским захватом со стороны Пашинского и азовцев. Осенью 2015-го даже презентовали новый танк со схожим названием «Азовец». Монстр будущий твой. На чудо техники приезжал посмотреть даже министр внутренних дел. И вот сегодня этот танк здесь. Впрочем, где этот танк сейчас, неизвестно. Завод «АТЭК» уже продолжительное время контролируют неизвестные люди. Причем сами азовцы, как и компания «Арей», утверждают, что это рейдеры. Более того, обвиняли работников предприятия в воровстве комплектующих. В частности, гусениц того же многострадального танка «Азовец». Сейчас СБУ возбудило уголовное дело по факту захвата предприятия. Но ВОЗ пока и ныне там. «АТЭК» заблокирован, и разбираться в этом должен уже якобы британский суд. Очередную крупную партию контрабандных сигарет изъяли в Волынской области, недалеко от границы с Польшей. Пограничники с помощью тепловизора засекли в приграничной зоне нескольких жителей Любомля с объемными сумками. У задержанных изъяли 6 тысяч пачек сигарет без акциза. Контрабанду они планировали переправить через реку Западный Буг на резиновой лодке. Одного из нарушителей ранее уже ловили при попытке переправить контрабанду. Украина и Молдова открыли первый совместный пункт пропуска на границе с Приднестровьем. Раньше на этом участке силовиков, которые подчиняются Кишиневу, не было. Только пограничники самопровозглашенной республики. В Тирасполе сегодняшнее событие расценили как начало полномасштабной блокады ПМР и уже обратились за помощью к России. Все детали в нашем материале. Одесская область, село Кучуруган, на границе с непризнанным Приднестровьем, вместе с украинским теперь развивается и молдавский флаг. Отныне пограничники и таможенники соседней страны смогут контролировать грузы, ввозимые и вывозимые из ПМР, отслеживать перемещение людей и автомобилей. Все это для безопасности и борьбы с коррупцией, говорит Петр Порошенко, который вместе с премьер-министром Молдовы Павлом Филиппом открывал сегодня КПП. Я наголошую, что мы, Украина, готові максимально сприяти відновленню територіальної цілісності, суверенітету Республіки Молдова і робити для того, щоб відновити те, що 25 років тому
було спровоковано і має такі важкі наслідки для сотень тисяч людей, які сьогодні проживають в Придністров'ї. Через Кучурганский пункт в Приднестровье, например, попадает львиная доля продуктов питания для населения. Власти Молдовы утверждают, жители непризнанной республики только выиграют от нововведения. Предприниматели смогут прямо здесь оформлять свои грузы, и не нужно будет для этого выезжать куда-то. Возможно, это не понравится лидерам Приднестровья, но это очень нужно людям, проживающим в регионе. Власти Приднестровья ожидаемо отреагировали на нововведение крайне негативно. Называют это началом масштабной блокады ПМР, якобы задуманной Молдовой и Украиной. Дескать, местным предпринимателям теперь придется оформлять импорт и экспорт по кишиневским законам. А сделать это смогут не все. С экранов телевизоров приднестровцев уже пугают пустыми полками в магазинах. Впрочем, жители Приднестровья, которых мы сегодня опросили на границе, ничего плохого в открытии совместного КПП не видят. Нет, все спокойно, как ездили, так и ездили. Наверное, положительно. Слава богу, что оно открывается. Наверное, может, как-то будет даже проще, лучше. Может, и Приднестровье повернется к Молдове. Молдова к Приднестровье. В будущем планируют, что молдавские силовики появятся и на остальных участках границы Приднестровья и Украины. Напомню, в 2006 году в Тирасполе провели референдум, после чего объявили о создании независимой республики, так называемой ПМР. В Кишиневе результаты голосования не признают. Андрей Анастасов, Игорь Миханошин. Подробности, телеканал Интер, Одесская область. Лоукосты в украинских аэропортах, доступные цены на авиаперелеты и отсутствие монополии в Борисполе. Таким видит будущее авиасообщение в Украине Владимир Гройсман. На совещании в Кабмине премьер также заявил, что видит аэропорт Гостомель базовым для работы бюджетных авиалиний. Кроме того, по словам главы правительства, переговоры с ирландским перевозчиком Ryanair продолжат. Напомню, компании не удалось договориться с аэропортом Борисполь. Тобто, створити умови, щоб Ryanair або інші лоукост-компанії на пільгових умовах попрацювали до року або в Борисполі, окремому терміналі, або в аеропорту Київ-Жуляни, якщо так буде вирішено адміністрацією, і з подальшим переходом працювати в лоукост-аеропорт Гостомель. В то же время, по мнению Владимира Гройсмана, реформами в Украине должны заниматься украинцы. Премьер не против привлечения легионеров из других стран, но в приоритете должны быть все же украинские специалисты. По словам Гройсмана, в предыдущие годы приглашением топ-менеджеров из-за рубежа злоупотребляли. Украина сможет продавать больше товаров в Евросоюзе. Совет ЕС утвердил увеличение квот, сообщает официальный сайт. Это был финальный шаг. 4 июля такое же решение принял Европарламент. Документ увеличивает для Украины квоты на экспорт томатов, пшеницы, кукурузы и меда. Преференции являются дополнением к соглашению о зоне свободной торговли и будут действовать 3 года. После официальной публикации текста ориентировочно в сентябре изменения вступят в силу. После фейковых новостей фейковые рейтинги. Дональд Трамп ополчился не только на журналистов, но уже и на социологов. Американскому президенту не понравились результаты опросов, опубликованные накануне. В то же время он назвал цифры не такими уж и страшными, чем по сути их признал. В противоречивых заявлениях Трампа пытался разобраться Дмитрий Анопченко. Рейтинг президента в Соединенных Штатах замеряют регулярно, как температуру при сильной простуде, чтобы вовремя прописать лечение, если цифры уж слишком зашкаливают. И, похоже, сейчас тот самый случай. Опрос, проведенный по заказу газеты Washington Post и телеканала ABC, показал, рейтинг Дональда Трампа по итогам первых 6 месяцев его работы снизился до 36%. Такого в Америке последние 70 лет не было. Что у Обамы, что даже у Буша-младшего, этот показатель был почти вдвое выше, под 60%. Социологи выяснили, 58% американцев недовольны сейчас работой новой команды. Есть еще один тревожный факт. Каждый второй признался, что не доверил бы Трампу переговоры с Путиным. 47% опрошенных сказали, что не доверили бы новому президенту переговоры ни с кем из мировых лидеров.
Сам президент к социологам традиционно не прислушивается. Мол, тем, кто в свое время предсказал победу Клинтон на выборах, и сейчас веры нет. Написал в Твиттере. Опросы были, пожалуй, самыми некорректными за все время избирательной кампании. Однако результат почти в 40% не так уж и плох для сегодняшней ситуации. В сленге новой команды даже выражение появилось. Fake ratings – фальшивые рейтинги. По аналогии с ярлыком «фальшивые новости». Там уверены, что социологи намеренно так формулируют вопросы и так подбирают респондентов, чтобы получить заведомо низкий результат. Понятно, что высоких рейтингов не может быть в принципе в условиях, когда новый президент пришел сюда, в Белый дом, а половина страны желала победы его конкурентке. Но нынешние цифры тревожные. Несмотря на то, признают их на официальном уровне или нет, поэтому команда Трампа, сейчас не особо афишируя, будет делать все возможное, чтобы заветные цифры подросли. Один из верных способов для этого – жесткая политика за пределами страны. Ведь единственный раз, когда рейтинг Трампа подрос, это после ударов по Сирии. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала «Интер». Отчет пошел. Великобритания и Евросоюз приступили к оформлению развода. Отвели на это 20 месяцев, ведь обсудить нужно сотни вопросов. Но начало переговоров уже показало. Времени может не хватить. Почему, расскажет Светлана Чернецкая из Лондона. Неразбериха началась уже на этапе определения статуса этих переговоров. Брюссель заявляет о старте первого раунда обсуждений по Брекзиту, а Лондон называет его вторым. И действительно, представители сторон в прошлом месяце уже встречались в штаб-квартире ЕС. Но для Европы это была сверка позиций, а для Британии полноценное начало переговоров. Уже это свидетельствует о том, что процесс будет непростым. Тем более, что среди вопросов, которые предстоит решить, финансовый. Брюссель требует, чтобы Лондон заплатил за разрыв отношений. Именно от этих переговоров зависит, будет это 20 миллиардов евро или все 100. Мы хорошо начали в прошлом месяце, но сейчас нам предстоит вникнуть в суть дела. Пора приступить к работе и сделать эти переговоры успешными. Нам нужно сравнить и оценить позиции, чтобы достичь прогресса. Наши группы переговорщиков будут работать над вопросами прав граждан, финансовым урегулированием и другими. Переговоры продлятся 4 дня. Дальше стороны разъедутся по домам и начнут подготовку к следующему раунду. Он состоится через месяц. И пока финансовый вопрос не утрясут, к другим не перейдут. Ну а в это же время Лондон запускает в Европу королевский десант. Растопить сердца европейцев должны самые маленькие члены монаршей семьи. Принц Уильям с супругой, 3-летним сыном Джорджем и 2-летней дочерью Шарлоттой сегодня прилетели в Варшаву с официальным визитом. Позже наследники престола отправятся в Германию. Британия не скрывает. Это дипломатия Брекзита и своеобразное заверение, что Лондон останется надежным партнером и после выхода из ЕС. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности. Британское бюро телеканала «Интер». Из грязи в князи. Почему президентом Индии станет представитель низшей касты и зачем в Китае запретили Винни-Пуха? Об этом и не только в нашем международном обзоре. Винни-Пух – персона нон-грата в Китае, точнее в соцсетях Поднебесной. Цензура удалила литературного персонажа из китайского аналога Твиттера и различных мессенджеров. О причинах табу на Винни официально не сообщают. СМИ предположили, дело в том, что лидера КНР очень часто сравнивают с Винни-Пухом. Впервые о схожести заговорили в 2013-м, после встречи Си Цзиньпиня с Бараком Обамой в Белом доме. На фоне подтянутого американского президента руководитель Китая был похож на полноватого медвежонка из мультфильма. Следующим президентом Индии будет представитель касты неприкасаемых. Это самая низкая ступень в социальной иерархии страны. Так называемых далитов в Индии около 17% от всего населения. И правящая партия страны, и коалиция выдвинули кандидатами в президенты неприкасаемых. За кресло главы государства будут бороться мэра Кумар и Бихар Ковинда. Изначально в ЦИК подали заявки 95 человек. Онлайн-сервис компании HBO перестал работать из-за первой серии 7-го сезона «Игры престолов». Проблемы у пользователей начались еще за несколько часов до того, как видео попало на сервер. Фанаты в США и Латинской Америке пожаловались, у них исчезла картинка во время премьеры. Точно такие же проблемы с фильмом были в прошлом году. Новый сезон популярной киносаги называется «Зима пришла». Поклонники ждали новую часть эпопеи почти год. Авторы уверяют, это заключительный сезон.
Актер Дэниэль Рэдклифф, сыгравший Гарри Поттера, бросился на помощь туристу, которого обокрали в Лондоне. Воришки подъехали к прохожему на мопеде, несколько раз ударили его и отобрали сумку модного бренда. Первым к пострадавшему подоспел как раз Рэдклифф. Это подтвердила пресс-служба актера. В полиции Лондона сообщают, ведется следствие, воров пока не задержали. Чемпионат по скайдайвингу в закрытом помещении прошел в Мадриде. Участники парили в воздухе, показывая сложные акробатические трюки в трубе. На соревнования в столицу Испании приехали 9 сильнейших спортсменов мира в возрасте до 18 лет. Воздушная хореография в сочетании с лазерным шоу и спецэффектами не оставили равнодушными сотни зрителей. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности ей, а в прямом эфире увидимся уже завтра. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи.